Привет, друзья, с вами Флок. Мы сегодня посмотрим с вами BTS в Америке, кряк, целых два, второй и третий. Мы с вами первый, помню, смотрели как-то давненько. Оказывается, есть еще продолжение. То есть, я не знаю, почему вы не сказали, но давайте тем более не смотрели, раз уж посмотрим. Сразу два подряд. Давайте. Лиас Ченнел. Ух ты, что-то новенькое в музыке у него. Тун-тун-тун-тун. Ну, не такой уж и короткий. Давай! Ой! Какие цели? Лично для меня мы хотим выступить в награду. Ну все, цель поставлена, цель добита, все. Насколько я правильно услышал, это был Билли Рэй Сайрус и не помню, как еще чувака зовут. Они с ними еще выступали, вот как раз таки лайв был. Так в смысле, это же Билли Айлиш, что ли, было? Блин, но мне показалось, что это Билли Рэй Сайрус был. А, и Лил Нас, вот, вот, точно. Ой, очень много. Tweet something, we get like 200k retweets in an hour. Рамен. А, не, пицца? Да-да-да. Ну, это старый момент, да. А пицца где? От Тэхёна. Стейк. Оу, стейк. Кстати, Чонгук и Ран, все геи, все любят стейк. Все любят стейк. И, да. Аспарагоскуи. I love this sound. You know? We know. Да, one. Голиат. Голиат. Oh my god. Wow. Доди додо. Кто всегда опаздывает? Кто всегда опаздывает? Вот он на себя даже показывает, да. Я забыл, как зовут. Хасока, блин. В смысле? Pig and six humans here. Hey everybody, my name is Ellie Lee with iHeartRadio, and yes, oh yes, oh yes, guys, BTS is here. Everybody, give it up. Let's talk about the music video and the single "Boy with Love." Now, in the music video, she's dancing with you guys. The music video has broken YouTube records. Okay. I don't know how it happened. I don't know, I don't know. Это ваш любимый песня в настоящее время. О, микрокосмос классный.
What is one of your favorite fan reactions? 무대위에서 하는 이 소통을 제일 좋아해요. English? Interaction, yes. 뭐 하고 싶은 거 같아요? Yes. 이쇼 더 yes. 아, это жестикуляция его, блин, это вообще. Yes. Кто был вашим вдохновителем, когда были младше? Ну, ну для младших Хёны, наверное, а для старших. Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Timberlake. Ну хотя Бибер, да, он молодец. Мне его нынешняя работа нравится больше, чем он когда вот был в подростковом возрасте. Хотя есть классные песни тоже. Когда он малышом был. Yes. Соковой торг. This is an honor. It's like we you know, we just still like when we heard it, when we just лучше бы ты говорил. No, I'm a rapper. How does it feel to play to такой же выступать перед такой огромной толпой в Америке? 우리가 이렇게 많은 곳을 공연한 이유. 진짜 ничего не понимаю. Hey. Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom. Two nights sold out. What would you have said? Oh no. You, he said, no, must no be light, please, Lowy. Seriously? Seven idols, one iconic stadium. BTS, are you ready to make history together? I say. We're ready. You ready? We are. Oh, все. Так, давайте следующую часть сразу. Сразу погнали следующую часть. Кряк. Давайте. This is my... Без спойлеров. Без спойлеров, без спойлеров. Она для кого существует? Это. Еще раз так пошутишь, я тебе голову прострелю. E is for... G is for... Grammy. Oh, Grammys. Grammys. J is for Dickhead. K is for Korea. Cookie. Korea. Yeah. P is for. Это пиздец. T is for. Ой, здесь слишком много этих пауз прям. Представляю, как это муторно, настолько пауз этих добавлять. Ну, я понимаю, отрывки отрывками. То есть, понятно, нужно делать какие-то паузы. Если делать плавные переходы, будет вообще ни о чем. Даже... Аплодирую тому, что он запомнил. Of performing at the Grammys. Next year we want to do a BTS stage 2. Yes! Yes! О, это бесявая ошибка. А еще эти гробовщики. Вот это было весело. Ну да, молодец, правильно, все правильно. Еще один надо. It's not in my vocabulary. Не, он просто ничего не понял. What do we expect from the album? What do we expect from the album? Many of whom were camped out. Многие зарами ночевали прямо около студии. Бля, иди поспи нахуй, реально. Это Кизару, да, был? Кизару.
Ну, а сколько у него там уже? Ну ладно. Оу, на-на-на-на-на. Мы другу보다 더 없으면 안 되는 그런 소중한 사람이 되어버려서. Yeah, bro. 그런 소중한 사람. 소중함을 배웠습니다. Focus on what we love is not always about the good things, right? It's like Ой, ну это жестко. Блин. Какого? Я, говорит, тоже хочу. Беспалево. Favorite track from ever. We love the lucky number. And we got seven members here. And it's been like, ну, разумеется, у вас же семь. И 7 лет, да? Yeah, это опасно, не надо. Это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь. Hello, USA! BTS! Это начало нового десятилетия, что мы можем ожидать BTS в ближайшие 7 лет. А, вы видите, как мы постепенно... Не, у корейцев хорошая предрасположенность к этому, так что... Не. Seven. Lucky! Yes! I've heard that Jen has said that the collaboration коллабится, знаменитая, like, как бы... is with Brad Pitt. Oh! Yes! Oh. So, what message... Does Jin want to send out to Brad Pitt right now? Yeah, do it in Korean. He understands. And then Jin, you can let us know when the dream collaboration happens, because of course we're gonna have to interview you guys. All right, so what's one word you would use to describe your next tour? Coronavirus check. Oh. Ой. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. Довольно веселые у него видео, довольно веселые кряки вот эти. Ранее я их, конечно, не понимал, да, но вы меня на них подсадили, так что сейчас можно смотреть и даже успеваю что-то читать, так что это вообще вдвойне весело. А когда еще знаешь, о чем там речь идет, то это вообще просто шикарно. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Флок. Кому понравилось, обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал, клацайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо, пока.